Более 1500 человек вышли на уборку перевалочной рощи Уральска в рамках общенациональной акции «Таза Казахстан». Это 700 гектаров живописного леса почти в самом центре города. Весь день неравнодушные граждане очищали его от бутылок, пакетов и другого бытового мусора. В ближайшее время экоактивисты и волонтеры намерены также привести в порядок берега рек Урала, Чагана и Дыркула и другие территории, пострадавших от паводка. Наша молодежь проводит уборку в формате экологической эстафеты. Сегодня мы в основном привлекли школьников. Вчера работала молодежь. В уборке также участвовали спортсмены, работники культуры и простые горожане. Важные экологические работы продолжаются до осени. Чистота – это главный показатель нашей культуры. К слову, в санитарных работах с апреля приняли участие более 130 тысяч жителей региона. Убранные территории свыше 200 парков и скверов, высажено более 48 тысяч деревьев, вывезено около 50 тысяч тонн мусора. Во время паводка здесь засорились трубы. Сейчас мы их очищаем. Здесь отдыхают горожане, гуляют дети, поэтому необходимо очистить территорию и на своем примере показать людям, насколько важно соблюдать порядок и убирать за собой. Люблю наш город и очень хочу, чтобы он был чистым.